снимаясь с вами, Дмитрий. Сейчас вы увидите 6 страшных видео, в которые невозможно поверить. Вы готовы? Тогда погнали. Я уверен, что следующее видео заставит вас задуматься о лесных существах всерьез. Это видео было записано группой туристов, которые преследовали какое-то существо в российском лесу. Как утверждается, существо появилось неожиданно, когда парни начали петь какую-то песню. Я хочу, чтобы вы внимательно посмотрели на этого монстра. Мне кажется, что видео не поддельное. Я не нашел никакой информации об этом видео и что это может быть за существо. Если вы что-то знаете или у вас есть какие-то мысли на этот счет, хочу увидеть и услышать их в комментариях. А следующий случай является достаточно шокирующим. А все потому, что он выглядит как подлинный. То, что вы видите на экране, как по мне, является самым сильным доказательством присутствия существ в нашем мире. Внимательно посмотрите на это жуткое существо. Что это, какой-то криптид, оборотень или что это такое? Это не сильно похоже на костюм. Это существо было поймано и тяжело ранено теми, кому удалось на него наткнуться. Безусловно, оно выглядит очень страшно и шокирует. Еще раз повторюсь, движение очень странное и не похоже на человека в костюме. Возможно, это какой-то робот или кукла-манекен. Так как существо было тяжело ранено, на полу имеется лужа красной жидкости, которую я скрыл по причине того, что на ютубе это запрещено. Даже если это не то, о чем мы думаем, все равно выглядит неприятно. Друзья, как вы думаете, что это такое? Может быть, какой-то оборотень или криптид? Пишите свои мысли в комментариях. А следующее видео было снято на Филиппинах. Девушка вернулась поздно, ее отец в воспитательных целях не пустил ее в квартиру, и она осталась ночевать в тамбуре перед дверью. Самое жуткое в том, что ее кто-то преследовал до самых дверей подъезда, и она решила завесить решетку, которая ведет к их двери. Включила камеру, чтобы запечатлеть предполагаемого злоумышленника. Но то, что произойдет дальше, немного шокирует. Посмотрите видео внимательно и решайте сами, является ли оно постановкой или это все происходит на самом деле. А также пишите свои мысли в комментариях, это очень важно. Прежде чем мы продолжим, поставьте, пожалуйста, лайк, это очень важно. Лайки помогают продвигать видео и мотивируют на дальнейшее создание контента. Следующее видео было записано на камеру видеонаблюдения дома. Оно показывает появление демонической сущности из человека. Кадры, когда существо вылазит из-под кровати, довольно жуткие, так как мы все мирно спим и не хотим, чтобы нас тревожили демонические существа. Далее люди этого дома получили опыт, который
которое запомнится им на всю жизнь. Bailey, I'm coming in. На самом деле, в этом видео, которое я нашел на просторах интернета, я узнал знакомый мне канал Life of Luxury. Ребята записали новое видео, и оно достаточно криповое. Конечно же, это постановка. Друзья, оно очень страшная постановка. Скажите честно, у кого это видео не вызывает мурашек? Поэтому я решил добавить его в сегодняшний топ. Тем более, учитывая, что ролики канала Life of Luxury набирают десятки миллионов просмотров за несколько дней. Это говорит о том, что они действительно крутые и страшные. А для вас у меня есть небольшой челлендж. У вас есть 5 секунд, чтобы подписаться на канал и нажать на колокол. Поехали. Далее вам покажу запись пользователя Reddit ThisLeMom73. А также история, стоящая за всем этим, довольно тревожная. Если не сказать больше. Автор записывает старую фотографию, сделанную во время рождественского концерта. Она сделала это фото в 2010 году, когда фотографировала своего сына. Тогда вся семья была шокирована, увидев это. Конечно же, во время концерта никто ничего не заметил, но дома они увидели, что кто-то выглядывает из-за шторы. И если честно, это просто поразило их всех. Похоже, что на детей сзади смотрит некое привидение с шапочкой для сна. Возможно, еще в какой-нибудь ночной рубашке. Скорее всего, это дух какой-нибудь пожилой женщины, но их сын заявил, что во время концерта точно никого за кулисами не было. Также обратите внимание на жуткие сияющие глаза. Может и к лучшему, что во время концерта никто не заметил этого. Друзья, как вы думаете, кто это мог быть? Напишите свои мысли в комментариях. Следующего видео написал, что он только что получил это из источника, который путешествовал по Восточной Европе. Ему удалось снять это в зоопарке Румынии. Он пишет, что это какой-то урод, это довольно странно, и он надеется, что автор отправит ему еще больше видео. Видео было выложено 5 лет назад на канал Гэри Фриман и набрало почти 300 тысяч просмотров. Комментарии, как всегда, разнились. Кто-то писал, что это постановка,
прячется в лесах. Друзья, вы напишите обязательно, напишите свои мысли в комментариях. Спасибо, что посмотрели это видео. На этом все на сегодня. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, пишите комментарий. Всего вам доброго.